Давай-ка мы его починим. Что со мной? Теперь ты будешь нашим шпионом. Стоп, ты не говорил, что мы будем его использовать в таких целях? А теперь сказал. Ты будешь разведывать обстановку в клане Герант и докладывать нам. Да. А вы вообще кто такие? Меня зовут Тайбони, а это Нептун. Понятно. Ладно, ты сейчас можешь пойти и разведать нам информацию в клане Герант? Так точно, сэр. О, а вон еще один из нашего клана. Его зовут Спрингтрап. Нифига, он здоровяк. Там Фредди и Фредбера поджимают. Меня отправили за подмогой. Кто там? Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина из клана DC. Да, когда-то встречался я с такими парнями. Ладно, поехали. Мы приехали. Скоро там почините Супермена. Еще не скоро. У него колоссальные повреждения. Значит, просто забираем Фредди и Фредбера. Бэтмен в своем непробиваемом костюме. Спустя 20 минут. Как вы живы? Я да, Фредди нет. Разведка. Клан Геранда собирается напасть сегодня на клан Марвел. Это хорошо. Избавимся от какого-то из этих кланов. Вы как хотите, а я вмешаюсь в эту битву. Ты чё, совсем? Там будет куча разных сильных персонажей. Я все равно поеду. Я тебя предупреждала. Ладно, давайте чинить Фредбера и Фредди.